Я тут Коле сделала завтрак. Я уже утром рано встала, уже позавтракала. Сейчас просто вместе с ним попью капучино, я себе налила. Да, вот этот вот жидкий йогурт поставила тоже. Ну и кусочек торта съем. Ну, вкусно получилось, что могу сказать. Вчера мы через 3 часа его где-то, вот вчера мы ели. Вкусно. Пропиталось он, и сейчас тем более, наверное, пропиталась. Ночь постоял, сейчас я кусочек тоже съем, но... Всем желаю приятного аппетита и солнечного дня. У нас сегодня солнце, красота. Я в зале, пусть у меня цветочки стоят, а то они как-то мешают немножко. Ветки эти скоро распустятся розовым, будет вообще красиво. Здесь стоят Колин букетик, то есть стоит. Здесь мамин, ну и в спальне еще. Ну и здесь еще один стоит. Так что во всех комнатах у меня цветы радуют меня. Все, мы собрались, думали куда-нибудь поехать прогуляться. Я оделась, тепло, Коля уже на улице меня ждет. Шарф замотала, но если что, его можно в любое время снять. У нас на улице холодно, всего опять 1 градус. Ночью было опять минус, ветер леденющий прям. Одела кофту, пальто. Одела сначала эти под кожу, которые штаны, думаю, нет, замерзну. Взяла тоже с собой шапку, машину кину, очки. Ну, солнце у нас такое же, как и вчера, так что классно. Прогуляться надо обязательно. Вообще, мне уже надо бы в парикмахерскую, но еще даже 2 месяца не прошло, 1,5 только. У меня уже отросли вон мои корни. Ну, у меня это не это, а просто уже укладка не так, не так уже укладывается легко, когда только подстригешь. Так что надо будет, наверное, это. Может, на той неделе посмотрим, сходить в парикмахерскую, сделать термин. Ну все, поехали с нами прогуляться. Прогуливаться, то есть. Ну что, всем привет. Мы уже вдвоем вот с Колей. Всем привет. С прошедшим международным женским днем, девочки. Оставайтесь такими же позитивными, отзывчивыми. В общем, да. мне очень приятно, что не только я люблю с моей женой, но и вы тоже. Спасибо. Да, вот мы сейчас, солнце вышло, вообще классно, да, Коля, мы аж очки одели. Да, у нас вообще все прекрасно сегодня. Да, и надеюсь у вас, что все хорошо, все замечательно, погода у вас супер. Ну, конечно, в России, там в некоторых местах, я смотрю, на Урале, там еще такие сугробы. Что, ну, в Нижнем Новгороде, ну, с Нижнего Новгорода мне тоже писали, там даже не знаю, но там, по-моему, не так холодно, да? Ну, у нас вот солнце, но холодно.
Для Германии как бы это еще холодно. Бывало, что в марте уже там плюс 15. Но вообще стоит на следующей неделе, но посмотрим. Ну а мы едем сейчас в городок такой Цели. Мы там уже были, но все равно так один раз мы так уже и призабыли, что там. Там замок вроде какой-то есть, так пройдемся, прогуляемся, все равно. Смена обстановки, это классно. Так что увидимся с вами еще. Посмотрите. Да. Приехали мы в этот прекрасный городочек, но солнце исчезло. Тут такие красивые старые дома. Мы здесь уже были, как я и говорила. Ну, хотели вам показать тоже и сами еще прогуляться. Я люблю такие маленькие уютные города с такими старинными домами. Я хотелось. Велосипеды едут. Но здесь по этой дороге, я думаю, машины не ездят, да? Может быть, среди недели, а выходные так нет. Велосипеды только. Сейчас вон они все на реставрации в основном. Ну, не все. Тут прям вообще старый. Думаешь, как он стоит, да, Коля? Смотри. Как-то стоит. Ну да, естественно, как-то стоит. Если бы голубое небо было, вообще бы красота была. На улицах вон столики уже повыставляли. Такие уютные магазинчики маленькие. Тюльпанчики живые. Кусочек неба голубого. Тут цветочный магазин, внутри так как будто какой-то террариум. Да? Все так прикольно сделано. Все в цветах там. Уютные узенькие улочки. Из моих подписчиков кто-нибудь живет в Цели, отзовитесь. Может быть, еще и с кем-нибудь встретимся. Вот Blumenswaithausen и здесь тоже есть, я смотрю. Букетов сколько, видать, на 8 марта наделали, много осталось. Как? А-а-а. Ну да, в мини-юбках тоже ходят. Тут в макси-штанах холодно. Ну я сейчас посмотрю, думаю, боже, как они... О, абажуры, да, типа это? Висят. В некоторых городочках эти, как их, зонтики висят разноцветные там или... Обувь, да, мы где-то видели в каком-то, в Любике или в Люнебурге. Ну, гулять надо в любую погоду, да, Коля? Дышать свежим воздухом. О, пойдем туда зайдем, посмотрим, что там. Ну, хотя там ничего такого. Не-не, я имею в виду, да, а, нет, там просто такой дворик. Вот этот вот какой интересный дом. Какого года он интересный? Года. Там свет горит. Видать, кто-то все равно живет. А внизу магазины. Короче, колодец для питьевой воды.
Вот этот? Раньше был, наверное. Сейчас присматриваем, какой ресторанчик потом зайти. Тут какой-то Сан-Марино есть, морепродукты. Здесь я смотрю, вон магнолия. Вот представляю, как красиво, когда цветет. Она тут красивая, розовая. Ну и белая, конечно, вообще красиво. Ой, хоть небо голубое. года построено. Вот стоит. Сюда, помнишь, были в каком-то ресторанчике, такой классный был, там стейки были. Вот не помним, как он называется. Прошли? А, ну потом, если что, посмотрим. Ресторан какой-то, Людвиг. 1765. А, может быть. Где ты увидел? А, вот написано. Ну там так внутри в окошко смотришь, люди сидят так уютненько, красиво. Да, вот так интересно, когда такое все старинное. Ресторан на ресторане тут, как везде. На улице тоже столики. Смотрите, вот дом он стоит. Я еще Коле говорю, он как будто обрезан. Прикольно. Так пристроили, как бы пристройку к этому дому, да? Раньше, в то время. А, и будут его санировать, переделывать. Да, вот раньше строили. А вот между домов мы заметили, да, вот то, что вот такое вот пространство узкое, сделаны вот такие вот как дверьки, да, вот типа как калитка между каждым домом так. Вот такая уже тут площадь побольше. Ну да, тут все эти, наверное. Погода меняется ежесекундно. Небо раз голубое, раз белое, да? Тут смотрим, освещение такое идет. Полосочка. Нарциссы стоят, вазочка. Тоже кафе-бар. Столы какие на улице стоят, деревянные, со стульями красивые. Не пойди. О, вот тот, этот, который, не помню, как он называется. Помнишь, мы там гуляли? Наверное, да. Сейчас подойдем поближе, посмотрим. Гляньте, как я замотанная. Еще бы варежки даже можно было взять точно, да? Холодно, руки мерзнут. Идем, гуляем, наслаждаемся. Опять небо немножко голубое вроде. Базарчик был. Поздно мы приехали, Коля, уже все убирают. Да, отсюда везти, да? Ну, от нас, от Гамбурга, это 100 километров. Здесь везде базарчик был. Сейчас все убирают. Пойдем на ту сторону.
пошли в церковь. Что, пойдем дорогу переходить, пешеходный переход. В замок мы в этот уже в тот раз ходили, сейчас не пойдем. Просто вокруг вам покажем. Здесь красиво, конечно, летом, когда мы были, тут все цвело, все зелено. А сейчас вот идет тоже в этом замке реставрация. Везде что-то реставрируется. Да, надо же поддерживать. Раньше в какие-то времена тут ходили в таких длинных платьях, гуляли по этому саду. Сразу такие приятные ощущения. У нас где-то есть фотография, где мы тут фотографировались тоже на этом мосту. Если найду, то вставлю. Привет! Оператора поменяли. Оператора поменяли, говорю. Холодно, холодно, у меня рука замерзла. Вот так. Погрею. Аусфит Женин такой. Собачка уже делала свои дела. Некоторые, конечно, добросовестные хозяева убирают за ними какашки, а некоторые нет. Ну всегда так посмотришь, да, они вот так идут, видят, что люди идут, раз, быстро убирают, например, а иногда нет. Ой, вот тут вот вообще красиво. Это ива, да? Плакучая ива. Ляпота. Жили же люди раньше, да? Да. Блин. Имели какие замки. Ну сейчас тоже имеют. Но да. Не все.
нас, например, нету. А мы и без замка счастливы. Да? Ты не знал? Ну да, в таком доме убираться, прикинь. О, красота. Да. Сейчас идем, здесь такой парк. Тоже мы здесь были уже, но немножко вам покажем. Если что, кто не был в этом городе, цели рекомендую. Очень красивый, старинный такой городочек. Вообще, мы сначала думали в этот Висмар, да? Поехать, а потом передумали, сюда поехали. Ну, от нас также 100 километров где-то. 110, 120. Немного. Для Германии это не расстояние. Это мизер. Вот здесь так вдоль прогуливаться, так что осенью, летом здесь вообще красота. Тут осенью мы когда гуляли, вот так вот, представьте, все желтые листья, такая длинная дорожка гулять. Здесь маленькое озеро. Но обычно, когда возле замков, да, раньше обязательно какое-нибудь озеро. Или пруд, да. Ну, это пруд, да, типа? Вот так вот они тут сидели, отдыхали, да? А замок сейчас закрыт на реставрации. Специалитеты, тут ликер, виски, вино, специи тоже всякие разные. Парикмахерская, можешь мне в парикмахерскую зайти сразу по пути? Скажи, на 2 часа подождешь меня, да? Да. А я пока там, где ликер, виски зайду. Ну, посидишь. О, как тут красиво. Смотрите, ну сидеть холодно, все внутри сидят. А хотя вот, видите, сидят. Кто пледами укрылся. Еще и вон холодненькие напитки пьют. Этот, как его, апероль. На солнышке, да, можно погреться, там прям тенек. Ну все, на после обеда уже так распогодилось хорошо. Ходили-ходили, решили мы зайти в Индиана стейкхаус. Посмотрим. Сейчас что, возьмем вот этот рум стейк? 250 грамм, да? Или что? Ну, посмотрим это еще. Для меня 250. Ну да, для меня это много тебе будет. 200 хватит сполна. Ну да, так что пойдем.
Ну все, мы нагулялись, наша суббота на этом закончилась. Ну, конечно, наша суббота еще на этом не закончилась, но наш влог на этом заканчивается. Всем хочу сказать огромное спасибо. Надеюсь, вам понравился этот город цели. Так что, если вдруг... А, ты в зеркало смотришь, типа? Да, как всегда. Если вдруг вам понравилось, обязательно едьте. Нам очень этот город нравится. Мы уже здесь вот второй раз были. Ну, не знаю, поедем мы еще или нет, но, может быть, когда-нибудь. Так что мы накушались, наелись, нам все понравилось и едем домой. Еще раз всем огромное спасибо и всем пока. Увидимся с вами в следующем видео. Все, всем пока. Заехали мы в магазин Lidl к цели, да? Нашла я, слушай, здесь мне девчонки писали, что в Lidl есть, оказывается, это сгущенное молоко. Я никогда не обращала внимания. Вот оно стоит. А сейчас вот мне написали, я обратила внимание, потому что я вот в этом именно Берайхе, да, как отдел. Я ничего никогда не брала, поэтому не обращала внимания. Ну, сливки, вот это вот все как-то что-то вниз я не смотрела, потому что сливки мы не пьем. А вот оно стоит, оказывается. Сейчас взяла на всякий случай. Так что будем знать. А то все время или в русском брала, или в Реве, да, как уже говорила. Ну, мы так немножко подкупились, то, что на выходные нужно. Ну что, как тебе Lidl в цели? Ничего, народу нет. Народу больше, вообще да. Нет, класс. Вообще кайф. Мы тут подкупились, ну, взяли рыбу красную, не знаю, может быть, сделаю. Ну, не может быть, а сделаю, да. Здесь немножко картошка. Бананы, как всегда такое. Коля на работу взял. Что у нас тут? Молоко, сметана. А потом взяла такой пицца-тайк. Это у нас тесто на пиццу. Но я смотрю, много блогеров делают всякие такие рулеты с маком. Попробую сделать. Потом булочки, как всегда, вот эти био я беру. Черные, картошка. Потом жасмин. Жасмин. Ну, я хотела сказать жасмин райс, но это жасминовый рис, да? Огурец. Ну и все, тут взяла такой этот соус специально для картошки, для шпаргель. Но я буду делать, я всегда это с рыбой делаю. Варенье у меня сын такое любит, клубничное. Можно молоко. Забрать? Да. Спасибо. Сметана, сливки. Ну и все, такая наша закупочка. Во сколько она у тебя вышла? 30. Сколько? 37-38. 37-38, Мойра.